Всем привет! Представляю анонс и дату выхода второй серии турецкого сериала «Корабли, которые я сжег». Ранее мы увидели героинь в далеком детстве. Между девочками сразу проскакивает симпатия друг к другу. И благодаря своей детской непосредственности они легко становятся подругами. Несмотря на то, что им вскоре придется расстаться, они проносят воспоминания об этой дружбе через всю свою жизнь. Повзрослев, героини не забыли друг о друге. Даже когда у них появились семьи, они помнили тот момент из прошлого, когда встретились. Жизнь решила снова свести женщин. Встретившись, они узнают, как теперь протекает жизнь у каждого из них. Ясемин рассказывает подруге о том, что сейчас вся ее жизнь будто бы разрушается. Проблемы на работе наваливаются одна за другой, и женщина просто не успевает из них выбираться. Дома от мужа никакой поддержки. Он только подливает масло в огонь постоянными ссорами. А единственным счастьем в ее жизни является любимая дочь Ренгин. Федан также рассказывает о своей взрослой жизни, о муже и о том, что ее идеальная жизнь на самом деле давно уже такой не является. Высказав друг другу свою боль, женщины решают, что в этой жизни им нужно что-то менять, и начать необходимо именно с себя. Премьера второй серии турецкого сериала «Какие корабли я сжег» состоится 11 декабря.